Когда мы с женой решили расписаться, мы мечтали провести медовый месяц в Италии. Но у нас не было денег. Затем пошли дети. И мы решили отложить поездку на старость. Но время шло. Умеете наслаждаться настоящим? Вы умеете наслаждаться настоящим? Да, да. Мы умеем, конечно, наслаждаться настоящим. Когда моя жена заболела, Дэвид явился к нам домой с билетами до Венеции. Он все предусмотрел. Гостиницу возле дворца Дожей, гондолы. А чуть позже к нам прилетели все трое наших сыновей. У нас был шикарный семейный ужин на площади Святого Марка. Дэвид нам все оплатил. Он у нас мастер делать сюрпризы. Если ты найдешь в себе силы смириться с его многочисленными недостатками, ты получишь бесценную награду. Теперь молитва. Нет, там нет. Есть, пап, избавь нет. нас. Выпьем. Да. Да. На здоровье. На здоровье. Здоровье. Здоровье.